умылся и вроде сразу помолодел. Сегодня мы будем стареть и молодеть. Пока что мы вот такой маленький пухлечко бегаем, тут все ломаем, совсем играем, но уже немножечко повзрослели и снова помолодели, коты. Это просто максимальное безумие, как вся наша жизнь, которая протекает очень нереально быстро, и мы даже не успеваем ничего понять. У нас даже появилось колесо фортуны, которое прибавило нам плюс 50 молодости. Очуметь! Вот так вот было бы всегда, и мы бы постоянно молодели. Это было бы очень круто. Мы с вами добрались до рая, серьезно? Здесь куча денежек, но зачем они нам в раю, я понятия не имею. Но это было прикольненько. Мы стали достаточно пожилыми, чтобы туда попасть. Сейчас мы юноша, опачки. Стали уже мужчины, немножечко помолодели. Очуметь, это какой-то бассейн молодости был. И сейчас мы снова подростки. Жизнь протекает вообще очень быстро. Как вот сейчас, например, были ребенком, а стали взрослым мужчиной. У нас снова колесо фортуны. Пожалуйста, дай нам побольше молодой жизни. Нет, нам дали денежки. Но зачем они нам в старости? У нас же есть пенсия, которой, как правило, не хватает совсем на жизни. В общем, коты, сейчас мы собираем всякие газировочки, крема, все то, что мы любим в молодости, и от этого мы молодеем. Когда мы подходим к какому-то препятствию, мы начинаем лазить в телефоне, и мы стареем. А ведь действительно, всю жизнь практически мы проводим в телефонах и за компьютерами, за всякими разными гаджетами. И наша жизнь пролетает мимо нас незаметно. Хотя, когда мы молодые, у нас много времени. Мы раскидываем наши года направо, налево. А когда мы стареем, времени остается все меньше и меньше, коты. И мы думаем, блин, сколько зим нам осталось жить. 25-35. Это очень грустно. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал за 3 секунды. И тогда мы будем жить очень долго. По крайней мере, я надеюсь на это. А раз, два, три! Молодцы, коты! Сейчас мы уже взрослые мужчины, так и бежим. Опачки, полазим в телефончики. Ёшкин, матрёшкин, а у меня уже лысина. Опа, и она уже пропала. А нет, снова появилась, блин. Пересадка волос нам не помогла. Колесо фортуны дало нам плюс 10 жизней. А, чуметь, это неплохо. Возможно, мы снова сможем добраться до рая, но вряд ли у нас это получится, потому что мы были уже достаточно взрослыми. Очуметь. Как же круто быть ребенком. У тебя вообще никаких забот. Ты делаешь все, что хочешь. А родители тебе говорят: «Эй, алло, Вася, ты что творишь? Беспредел, так нельзя делать». А ты же не знал, что так нельзя делать. Тебе захотелось, ты и сделал. Ё-моё, опять попытка добежать до рая, но мы слишком взрослые. Интересно, как там вообще в раю? Опа, у нас отняли жизни, вы видели? А знаете почему? За курение. Никогда не курите. Видимо, наш парень немножечко попробовал и сразу минус несколько жизней. Это печально, ведь действительно, всякие вредные привычки, они сокращают нашу жизнь. И это обидно, ведь действительно, жизнь протекает очень быстро. Поэтому, коты, не растрачивайте ее на всякую ерунду. Воу, давай, парнишка, бежим. У-ху, отличненько. Лопаем какие-то крема увлажняющие и сразу молодеем. Еще витаминочки. Интересно, что это за такие чудесные витамины? Я бы хотел бы их попробовать, чтобы немножечко помолодеть. Мы уже лысенький мужичок, и опять у нас закурение отнимает жизни. Да что ж такое-то? Что вы такие все любители вредных привычек? Давай, парень, беги. О, мы снова подростки. Это очень крутое время. Ты можешь с друзьями гулять по ночам, по вечерам, по дням, по утрам, да в любое время дня. И веселиться, потому что все веселые и задорные. А вот когда ты совсем маленький, ты, конечно же, тоже пытаешься веселиться, но мало что у тебя выходит, потому что ты не умеешь толком ни ходить, ни говорить, ничего ты практически не знаешь.
Оу, достаточно маленькая была преграда, но тем не менее мы быстренько повзрослели. Я все-таки хочу еще раз добежать до рая, и нам дали достаточно много жизней. Вы посмотрите, мы стали подростком, и, по-моему, у нас есть шанс подняться на самый верх по этой лестнице. Да ё-моё, старый дедуля, какого лешего ты не добрался? О-о-о! И снова мы молодые. Вот так было бы всегда. Это было бы просто прекрасно. Опачки, это бассейн с водой, которая старит. Ё-моё! По-моему, мы сейчас не сможем пробраться. Дедуленька, все, габелла. Что я и говорил, коты. Жизнь пролетает очень быстро, и ты можешь не заметить, как ты откинешься. Я надеюсь, вы будете стараться жить максимально круто и весело, но адекватно. Давай, дедуленька, отличненько. Мы хоть и стали дедом, но тем не менее мы смогли пройти эту преграду. Блин, почему мы все время лазим в телефонах? Вот серьезно, коты, если вы куда-нибудь уедете отдыхать, попробуйте вообще забросить телефон, компьютер, телевизор куда-нибудь подальше и тусуйтесь, отдыхайте на пляжике, на море, купайтесь, загорайте, веселитесь, отрывайтесь. Уу, отличненько, нам дали много жизней за наш отдых, но тем не менее мы все-таки с вами далеко не смогли добраться. И это обидно, коты. Блин, мы так старались. Но у нас ничего не вышло. Ладно, я надеюсь, что все-таки мы сможем еще хотя бы разочек подняться на самый верх. Оу, машины поехали. А, чуметь, коты. Никогда не выбегайте на дорогу, потому что это очень опасно. Машины могут вас сбить, и ваша жизнь сразу закончится. Никогда так не делайте. Все время ходите по тротуару и смотрите по сторонам. Потому что бывает, даже когда ты идешь на зеленый свет, бывают такие дурачки-водители, которые все равно ломятся и куда-то спешат. Блин, я вообще не понимаю этих неадекватных людишек. Опачки, фри-массаж, отличненько, 10 жизней нам дали за массаж. Вот мы, коты, машины не водим, и все в безопасности. Мы просто гуляем на своих четырех лапках, лопаем травку и ловим птичек, и живем как в раю. У-ху! А сейчас мы девчуленька, говорят по статистике. Женщины живут дольше мужчин. Сейчас мы это и проверим, коты. О-о-о. Давай, девчулечка, беги. Блин, она тоже достаточно быстро стареет. И это печально. Это свойственно всем, коты. Быстренько терять свою молодость. Поэтому берегите ее, если вы молодой. Сейчас мы крутим колесо фортуны. Пожалуйста, дай нам немножечко жизни. Отличненько. За всякие прекрасные отдыхи на выходных нам дали плюс 10 сердечек, но тем не менее мы превратились в бабуленьку и не смогли осилить пару ступенек. Естественно, когда ты старый, ты уже с трудом поднимаешься по лестнице. Это мы молодые говорим: «Эй, дедуля, бабуля, ты чё так медленно ползёшь? Давай быстрее поднимайся!» А они кряхтят, пукают и говорят: «Блин, молодой, ты чего, очумел? Я с трудом здесь поднимаюсь. Вот будешь в моем возрасте, будешь так же корячиться». Отличненько, нам дали деньжат, но я понятия не имею, зачем они нам в раю. Что там можно купить на деньги? Они там вообще бесполезны. Оу, мы совсем маленькие, неплохо. Только учимся ходить. И сейчас мы уже по чуть-чуть подрастаем и снова уменьшаемся. Блин, такими темпами мы сможем подняться по лестнице. Серьезно, это будет очень круто, потому что бабуленька будет счастливая. Отлично, если у нас сейчас не отнимут жизни за какие-нибудь неприятные привычки, мы сможем добраться до самого верха. Давай, девчуленька, ползи. У-ху, бабуленька смогла это сделать. Очуметь. Бабушка в раю. У-ху-ху. Это очень круто, коты. Она счастлива, довольная, говорит: «Отлично, наконец-то я отдохну. А то на эту пенсию вообще никак не прожить, потому что ее просто не хватает». Отличненько. Бассейн молодости. Мы снова подростки, бежим.
очень быстренько. Как будто бы я бегу за шаурму. Я так обычно и делаю. Несусь, сломя лапы, к метро, где закручивают самую вкусную шавермичку. И лопаю ее. Ням-ням-ням-ням-ням. Опачки, что же нам сейчас дадут? Плюс 50 жизней. А-а-а, чуметь. Из-за того, что мы сидели на диете. Коты. Диета очень полезная, оказывается. Она продлевает жизнь. Поэтому обязательно кушайте периодически всякие овощи, арбузики и витаминочки. Опа, бассейн омолаживающий, и мы превратились в карапузика. У-ху! Это самое беззаботное время жизни, когда ты мелкий и за тебя все делают, а ты просто катаешься на руках в коляске и думаешь, как же прекрасна эта жизнь и сколько всего нового мне нужно еще узнать. Оу, давайте нам еще немножечко жизни, хочется прожить как можно дольше, но нам дали деньжат. Но это тоже неплохо, я бы, конечно, купил себе много вискоса и сосискоса, но вряд ли в раю это продается, и бабуленька почти добежала до заветных врат. Но что-то пошло не так, и мы не смогли осилить последнюю ступенечку. Это было обидненько, досадненько, но ладненько. Снова несемся как сумасшедшие. Блин, зачем же мы так бежим? Ведь реально вся жизнь сейчас протекает мимо наших ушей. И добегаем снова с вами до колеса фортуны. Но мы достаточно уже старенькие, и вряд ли мы сможем высоко подняться. Тем более у нас отняли жизни за то, что мы не высыпаемся. Обязательно спите полноценным сном, коты. Иначе ваша жизнь немножечко сократится, и это будет очень обидно. Старайтесь высыпаться, тогда вы будете довольны и с отличным настроением. Как вот эта девочка-подросток, которая несется и думает, что она еще не скоро постареет. Но на самом деле все очень быстро происходит. Давай, девчуленька. Оу, мы были достаточно маленькими, и, возможно, сейчас мы снова добежим до рая. Пожалуйста, плюс 10 жизней еще за массаж. Оказывается, они полезны. Давай, девчулечка. А, чуметь, мы очень близко к цели, и, видимо, эта бабуленька сможет туда зайти. Нет, серьезно, мы остановились на последней ступеньке. Блин, это действительно такое себе, знаете ли. Вот ты уже поднялся, врата перед тобой практически открылись, а ты не можешь преодолеть последнюю ступеньку. Блин, как же это досадно. Ладно, девчуленька, давай еще разочек попробуем все-таки с тобой добраться до самого верха. Вроде такая, ничего, мадам у нас бежит. Немножечко еще помолодели и быстренько постарели. В принципе, ничего нового мы с вами не узнали, нет. К сожалению, мы не сможем подняться на самый верх, потому что мы уже достаточно взрослая женщина, а пока еще будем подниматься, будем совсем пожилыми. Хоть нам и дали жизни, что мы превратились практически в подростка, но, тем не менее, этого оказалось слишком мало, коты. Вот так вот, оказывается, жизнь протекает слишком быстро, и мы здесь практически не властны, коты. Это очень обидно. Старайтесь жизнь прожить максимально счастливо и весело. И не растрачивайте ее на всякую ерунду, которая отнимает ваши драгоценные часы, минуты, секунды жизни. Отличненько, мы снова стали подростком. Блин, как это классно, когда ты молодой, беззаботный, несешься как сумасшедший навстречу ветрам и о чем-то мечтаешь. Обязательно мечтайте только о хорошем, и тогда все мечты ваши будут сбываться, коты, а мы снова постараемся подняться на самый верх. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и всем до скорых встреч!